Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов brandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для аниматоров из мультсериала «Три кота». Это костюм Коржика. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Костюм довольно объемный. Он не очень тяжелый, но довольно объемный. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Индивидуальная полиэтиленовая упаковочка. Упаковка может меняться, обращу ваше внимание. Но сейчас вот такая вот упаковка. Удобная на молнии. В нашем интернет-магазине вы найдете несколько вариантов данного костюма. Сегодня мы рассмотрим новинку. У нас в товаре визитка нашего интернет-магазина Grandstart.ru. И давайте посмотрим, как выглядит костюм Коржика. Что у нас входит в комплект? В комплект у нас входит вот такой вот замечательный головной убор коричневого цвета, мягкий такой плюш, очень на ощупь приятный. Здесь вот якорь у нас нарисован, большие глазки такие, усики черные, длинные усы, носик. Головной убор универсальный на подкладочке. Здесь белая подкладочка у нас, одевается абсолютно на любую голову. Такая объемная голова, довольно внутри она такая набивная. Сзади выглядит это вот так. Вот такая большая голова кота Коржика. Далее в комплект у нас входит тельняшка, ну кофточка, можно сказать. Кофточка плотная, такая набивная, тоже похожая на тельняшку. Синие полосочки у нас здесь. По горлышку она застегивается на пуговичку. Вот здесь можете видеть, что здесь пуговичка. Вот так вот это выглядит. Внутри у нас подкладка. Белая подкладка. И длинные рукавчики. То есть сначала идет один вариант рукавчиков. И потом он тут пришит. И потом у нас идет такой белый, бежевый, прошу прощения, плюш. Здесь на резиночке рукава. Вот так внутри это выглядит. Все с подкладочкой, все довольно плотное такое. То есть это не на один раз. Такие вот рукавчики. Костюм хорошего качества. В комплект у нас входит также имитация обуви. Вот такие вот ботиночки черненькие. Ботинки универсальные, одного размера шьются. На подошве у нас. Здесь подошва, она не стирается, можно носить очень много и не переживать, что что-то с ней произойдет. Можно носить как в помещении, так и на улице. Внутри у нас идет резинка, то есть сюда вы просовываете ножку, и ваши ботиночки никогда не спадут даже при игре с детишками. Помимо этого, в комплект у нас также входит штаны. Вот такие вот штаны ярко-голубого цвета, штаны на резинке тянутся. Штаны из велюра. Внизу у нас тоже резиночка идет на штанах. Вот все тянется. Штаны тоже довольно плотные. И сзади на штанах у нас хвост. Вот такой вот коричнево-черный хвост пришитый. Все пришито здесь, все аккуратненько прострочено. Такой вот хвост, он внутри набивной. Ну, довольно длинный такой большой хвостик. Вот полностью костюм Коржика из мультсериала «Три кота». Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.